Отгадайте, куда я иду. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо. Это я, вы Виктория. Подписывайтесь на канал, кстати. Обязательно. А вы подписаны? Обязательно. Кстати, Маша подписана. Да? По инстаграмчику? О, что, на ютубу. Ну, в общем, меняем. Еще опять не знаю, ну что. Да. Какой всегда проблемный... Червоный. Доминикана, червоный. Да, будешь яркой? Не. Не хочешь быть яркой? Не. Ну что ж. Вот. Вот. Вот такие у меня ногтики получились сегодня. Мне очень нравится. Я люблю такие цвета. Вы же знаете. Алина пыталась говорить меня на блестинки. Потом на другие блестинки. Я хотела, чтобы она вот такую мимимишечку зарубила. О. Там на кончиках блесточка. Да. Мы такие уже мыли. Но Вика не повелась. Нет, мне даже Алина уже их начала делать. Я провтыкала, в телефоне сижу. Она что-то делает. Она говорит, суши. Я так раз, они уже все в блесточках. Я, Алина, убираем. Не-не-не-не, блесточки. Мне блесточки нравятся 2 дня. Я уже просто пробовала несколько раз. Мне нравится на ком-то вот так. А когда они на мне, я их вижу постоянно, меня это раздражает. Не знаю, то есть я начинаю, ну, как-то их слишком обращать на них внимание. Понимаешь, я очень консервативна в этом плане. Так, за мной уже приехал Артём, и мы едем домой, а потом приедет Маша с Артёмом, а потом мама моя, ну, в общем, сейчас будет движуха. Вот как-то так мы проводим время. Я не знаю, что это за козелябра. Ну, Маша шла писать вообще-то. Она теперь уже на меня передумала. Так, сейчас дальше сосредоточиться. Ой, хорошо, быстрее стало. А как мне встать? Очень просто. Не-не-не, мама, у меня компьютер. Сейчас, смотрите, аккуратненько вот так берем. Нет, даже не думай меня, лоскопаты. Я тебя сейчас как... Стой, дай руку. Артема! Артема! На чужой роток и затылок. Мы сейчас будем снимать ТикТок. ТикТок, я придумала прикольный ТикТок. Сейчас будем мне снимать, да, с Артемом и с Машей. Это будет смешно. Кофту тебе надо мою только надеть, да? Да. Штаны и джинсы надень только вот эти? Да, да. Что история? Отдай носок! Твое их! Ты его так держишь? Спорят, двое близняшек или трое? А это... На катку. Целуй. Целуй катку. Видишь? Я просто доказывал Маше то, что вас трое. Да я знаю, что двое. Он пытался меня обмануть и маму мою тоже. Конченый еще шо, блин. Ну я бачу их трое. Да я второе украду за эту ложь наглую тебя. Что же это хочет? Я не понимаю. Ты так и хочешь, значит, ты выиграл. Он хохочет, потому что он тебя взбесил. Ему нравится тебя бесить. Ты что, махаться будешь? Бай, бай. Ты что, я вообще стенуфайк перекинул назад. Ладно, я пошла. Куда? Писать. Вы все еще продолжаете? Да, мы 10 лет. Волну, и... Господи. Нет, давай еще раз. Может, лучше на спину ляжешь или так норм? Может, убрать вот это все то, что... Я не помню. Не-не, это нормально все сейчас. Потом... Пока не сильно, зайчик, колени. Окей. Нет, подожди, как? Не так. Давай, стой, перевернись. У тебя как будто порой. Я знаю. Так по сторонам не видно. Да не нормально. Давай. Что не снимает Маша в своих влогах? Реально, очень прикольно одно время получалось. Вот, да. Да, и вы. Катапульт, да. То есть вы этим занимаетесь часто, да? Да. А еще у нас есть любимый игра, иди сюда, покажем. Маша любит безумно. Вот так берем руки. Какая? Вот так. Нет! И бьем поклоны. Поклоны. О, Мишенька, Мишенька! Попробуйте, это реально тема, берите своих друзей. А ну покажи, как ты делаешь. Вот так берете руки, вот, и давай, и,
друзья наши у ваших ног. Кланяйся! Просто очень больно. Нет, нет, я не хочу. Я на Артёме проверю. Не бросай на кровать, она может сломаться. И раз. Ну, если сломается, будет хуже, поэтому положим. Спасите меня. Да, такого вы у Маши на канале точно не увидите. Нет времени в этот момент камеру включать. Так ну даже кто-то включал. Вам нужен этот, оператор. Это очень больно. А ты давай, давай. Не надо, не надо, не бей, пожалуйста, больно. Нет. О! Еще Маше вообще очень нравится, когда она берет пупок, да? Я не думаю об этом, и мне не шикотно! Ох ты моя морда! Грязные руки! А у тебя, думаешь, чистое лицо? У меня грязное лицо! Такую бутырку! Спортзал? А кто спортом сейчас занимается из нас? Артём! Я думала, это я должна тебя выжимать. А, ты что там? У меня сейчас разъедутся ноги просто. Так держи. Зачем? Ударено тяжело. Ты же спортом занимаешься. Ну да. Все, надурачились? А. Переодеваемся? А, нет, сначала нужно... Вчера рассказывала маме, как ты унитаз чистил. О боже, я так насмеялся. Да, это было жестко. Лежу в два раза. Ну что ты делаешь? Ой, ты... Как вы до сих пор не в гипсах? У вас просто еще нет больших игрушек, но еще игрушками иногда, тюленем. Не поворачивайся назад. Почему? Большая игрушка. Отстаньте свои задницы! О. Телефоны, фотоаппараты. Нормально там, стоп, стоп. Все. Закончили. Закончили. Это святое. Отошла. Отошла. Аквариум, телевизор. Ну да, там меньше мебели. Мама. И в ловушке. Я же мокрая. Тебе сейчас не будет сил снимать тиктоки. Оп, смотрите, как работает. У меня заложники. Не подходи ко мне. Все, все, успокоилась. Брейк. Брейк. О, мальчик. Давай вот там закроем. Да и закрывать надо в клетке? Нет. Это их вся комната. Свободно вылететь. Это их тут движуха. А мне, ну, гадить только в клетке, что ли, ну? Да, да. Да, конечно, они залетают нагадить в клетку только. Чтобы там доступе у них, да? Конечно. Не звони доступ. Да ты с Мишкой с этим, он тебя боится. Все равно боится. Иди сюда. Иди сюда, я же Маша. Ты же знаешь, меня с 11 лет. С твоих 11. Ты забудь уже тебя 100 лет. Маше было 11, когда мы купили. А ты Гузя? Спит. В домике, как обычно. Да. Тош, иди-ка. Так возьми желтого попробуй. Да-да. Нет. Я же бессмертная. Она меня убьет за такое. А, она меня любит. Ты что, позарилась на святое и такая... Да, она любила. Ну, давай попробуем. Ай.
Ой. Она тупо на него всегда приземляется. Да. Он должен отойти. Мы начинаем отвоевывать территорию. Там, где она, там ему нельзя быть. Если она летит, вот смотри, она сейчас летит и точно на Тошу будет садиться. А нет, удивительно. Тоша, иди, я тебя спасу. То есть, если ты ее прогоняешь, она летит до него? Ну да. Вообще все время к нему. Бедный мужик. Дивись, вона і такий, я не хочу, я кажу, десь вжучить по колу. Да. У неї взагалі ціль по житті. Достать синього. Іди сюди! Ох, як жорстко. У неї ця ще штука на лапі, вона як будто з тюрми вийшла. У неї. Це їй теж колечко подарив. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, побіжали. Тоже скажи, вы достали. Он так быстро бегает просто с этими лапками. У меня колодки засыпаются, а какашки на полу. Они же засохли. Тоша, иди сюда. Чего они тебя смущают? Иди. Да иди, не могу дотянуться. Лайма. Ну что ты такая противная? Такая лайма никогда никому на руки не шла, да? Не, она идет, когда Тоша на мне сидит, она прилетает и меня кусает. Для этого она прилетает. А что ты закрылся? Просто. Зачем ты открыла? Слышь, это страшно. Нет, просто по приколу магниты застебать. Ой, тут, мне кажется, сюда и вылететь. Да, так и делают. Дивись, натянуть. Не получается. Видишь, там уже зашивало. Подшить так, хиба же. Оно все время растягивается. Блин, ну да. А они тут тоже летают, чего? Нет, ты же видишь, тут магниты. Ну да, тут... Не, ну они редко когда пробиваются туда. В основном им тут хватает места. А просто двери закрыть? Закрываю. А, ну все, вопрос можно решить. Картинка немножко поменялась. Артем поменялся на другого. Вот. Она тоже тут лежала? Да, они тут с Машей бесились, такое делали. Они тут бесились так с Машей, что чуть не это, развалили мне чуть кровать. А я разобрала елочку. Елочку я разобрала. А тут у нас сборы в Доминикану. Мы завтра, между прочим, улетаем. Ты чемодан собираешь? Нет, сегодня я уже не собираю. Завтра собираем? Ну, да, мы завтра вечером выезжаем. Получается, у нас целый день есть. Да я тоже там вон, чуть-чуть телефон свой выложила уже. Немножко выложила каких вещей. Тут подушечки, маски, самое главное, эти штучки на ноги. У тебя тоже такие есть, ты берешь? Беру. Вот. Этот от комаров. На всякий пожарный. Тут у нас две вот этих сумки. Блин, хорошо, что я не выкинула их, Артем. Знаешь, для чего они нам понадобятся? Конечно. Для чего? Для малого. Для верхней одежды. А назад, может быть, да. Что-нибудь купим туда, вручную кладь положим. А когда мы из самолета будем выходить, мы вот эту сюда засунем пуховик. Наверное, не влезет мой пуховик, а может и влезет, надо померить. А ты какой пуховик? Большой ты будешь брать? Не знаю еще. Блин, такая холодина, я волнуюсь, что я буду мерзнуть даже в самолете. Я греюсь только в ванной и нагреваюсь. Я вообще думаю брать легенькую курточку, не брать, блин, ты что? Куда с этим пуховиком носиться? Ну, в общем, сюда мы засунем верхнюю одежду, потому что в Доминикане очень, ну, влажно, и чтобы оно не было мокрое потом. Оно там должно будет лежать еще с самолета. Вот такие вот дела. Кто-то будет кушать? Пока нет. А позже да. А? А позже да. Да, там есть голубцы, Артем принес от мамы. Все. Все? Все сказали? Да, спокойной ночи. Ну и все. Всем пока. Пока. До завтра. Завтра снимаем, как складываем чемоданы. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Ну, ну, давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал Виктория.